Британська рада в Україні завершує чотирьохрічну програму, яка називається Unlimited Making the Right Moves. Ми створили такий нетворк людей, які довели, що люди з інвалідністю мають право на професійну реалізацію у мистецтві. Протягом 20 лабораторних днів вони працювали над постановкою. Когда я пришла, первая реакция это был шок, а потом интерес. Здесь подход такой, что задание на всех одно. А как ты его адаптируешь, дорогая, это твоя задача, это уже не тебе. Сначала это было трудно, а потом я стала ловить такой нескрываемый кайф. Мы не чувствовали разницы в языках, что у нас разная культура. Там всего не было в зале. Мы заходили в зал, и мы попадали в другую реальность. Кожен з учасників знайшов щось своє у цьому проєкті. Були практики, тобто були хореографи, які вже працюють інклюзивно або не інклюзивно, для яких методи кендуку виявилися абсолютно новими. Робота в інклюзивних проєктах – це про відхід від традиційної естетики, яка полягає в тому, що танець, він красивий лише якщо це супер добре треноване тіло і супер унормований набір рухів. Я відчула, як змінюється моє бачення викладання. Дуже корисно побачити приклад, як через прості завдання, правильно подані, створюються складні, багатошарові речі. Երկինչ որ բաներ կվերցնեմ, ես ինձ մոտ գրանցում էի դեռ բեմադրելու ժամանակ. Բենի անցկացրած վարժություններից, Welly, Jemima-ի, ինձ թվում է դա հետագայում իմ աշխատանքի մեջ ինձ կօգնի. Я переживаю, потому что обычно я танцую на сцене, а здесь у меня роль, у меня текст. Я первый раз попробую себя в роли актрисы. Це перший вихід мій на сцену. Коли ти стоїш і на тебе дивляться, тобі у вічі переживання таке неймовірне, серце б'ється, і ти починаєш забувати слова. Чому боч мотацем очень. Մտածեմ հանից հետես իմ մասի ինչ է, ես սպասում եմ, որ անամպես սպասում եմ, թե եվ պետք է խաղանք ներկայացում եմ։ Հինց են, որ ես այդքան տարբեր տեղեր եմ գնում, տարբեր մարդկանց հետ շփվում եմ, այդ իմ համար շատ մեծ բան է։ Для меня было очень важно понять, что главное хорошо сыграть роль, а не то, что у тебя какие-то физические ограничения. То есть, по большому счету, это не имеет какого-то особого значения. Всю жизнь до этого тебе говорили, что твое тело деформировано, с ним что-то не так. И ты привыкаешь, что «извините, что я существую в пространстве». И переход от «извините» до «здравствуйте, я здесь»
Это трудный процесс, эмоциональный, но и в итоге я научилась присутствовать. Я до сих пор, когда начинает отодвигаться шея там куда-то назад, начинаю вспоминать, нет, извините, я здесь. Yeah.